Привет, вы на канале Device. В данном видео расскажу о новинке 2019 года мониторе от компании Samsung. Модель C32JG51FDI. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик внизу, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, поехали! Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9, время отклика 4 миллисекунды, подсветка WLED, матрица VA, глубина цвета 8 бит, частота обновления 144 Гц. Максимальная в отрасли кривизна экрана монитора, равная 1800, создает эффект полного погружения в игровую ситуацию. Высокая частота обновления кадров, равная 144 Гц, минимизирует задержку и размытие изображения в самых динамичных игровых сценах. Удобное и простое переключение частоты 60, 120 или 144 Гц. Игровой режим монитора мгновенно оптимизирует уровни гамма для черного, контрастность, четкость и цветовые настройки для игр любого жанра и просмотра видео. Меню на OSD-панели позволяет быстро просмотреть ключевые настройки. Награда за великолепный дизайн Good Design Award, полученная монитором, означает, что у вас всегда все под контролем. Технология VA-панели обеспечивает контрастность 3000 к 1, при которой лучше отображаются оттенки черного и белого, цветовая палитра более широкая, а цвета ярче и чище. Монитор сертифицирован для Windows 10, есть режим EyeSaver Mode, который понижает нагрузку на глаза во время работы за монитором путем снижения интенсивности голубого свечения. Samsung Magic Upscale позволяет улучшить слои деталей изображения и яркость цветопередачи, а технология Flicker Free устраняет эффект мерцания изображения на экране, позволяя дольше играть в компьютерные игры без ощущения усталости. Размеры монитора 72 см в ширину, 43 см в высоту, толщина 10 см. Вес 5,5 кг, цвет белый. Предусмотрено крепление VESA 75 на 75. Режим Low Input Lag Mode минимизирует задержку реакции экрана на действие мыши, клавиатуры или джойстика, что является большим преимуществом для игрового режима. Функция Easy Setting Box позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций. Игровой режим Game Color Mode позволяет моментально изменить уровень черного, коэффициент контрастности, резкости и цветовой баланс изображения для игр любого жанра, в том числе для шутеров от первого лица, стратегий реального времени, RPG или игр Ion of Strife. Super Arena Gaming UX – это пользовательский интерфейс, который позволяет получать быстрый доступ ко всем необходимым настройкам. Также присутствует функция оптимизации размеров экрана, уровня черного и частоты обновления кадров. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. Один DisplayPort версии 1.2, два HDMI 1.4, один выход для аудио и наушников 3,5 мм и одно гнездо питания 19 вольт DC. Я почитал отзывы в интернете пользователей этого монитора и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Хлипкая подставка, нужно вешать на стену. Огромное количество заводского брака. Отличное соотношение цены и качества. Очень много желтого, настройками цвета от него никак не избавиться. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов. Хорошее изображение, приятное для глаз. Режим защиты зрения для чтения книг, работы с текстом. Есть разъем для наушников. Дизайн классный, прекрасно смотрится на белом столе. VA-матрица на 144 Гц. Если вы уже обладатель этого монитора, в комментарии к видео напишите свои ощущения о нем. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этого монитора. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на мой канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Device, скоро увидимся.